Маргарита Шевченко – педагог дополнительного образования. Из села Поляны в Рязань приехала вместе с 4 учениками школы волонтеров на межрегиональный патриотический форум в библиотеку имени Горького. Мы с учениками выехали в рамках школы волонтера. Это один из курсов доп. Образования в нашем центре, который я преподаю. То есть дети обзорно узнают о различных направлениях для того, чтобы выбрать наиболее подходящую сферу волонтерской деятельности, близкую для себя лично. Ученики Маргариты, что называется, еще зеленые. Собственных проектов у них пока нет. Однако очень рассчитывают, что на межрегиональном форуме они найдут единомышленников. В Рязанской библиотеке Горького собрались ребята из 23 регионов России. Здесь у них будет как теория, так и практика. К нам в гости приехали ребята, которые уже в волонтерстве не первый год, а также те ребята, которые только делают первые шаги с волонтерами культуры. И мы надеемся их замотивировать, и нам помогут, мы надеемся, наши ребята, которые уже давно волонтеры культуры. Задача форума «Наука побеждать» – сохранение и приумножение знаний об исторических событиях. 5 дней на межрегиональном слете представителей редколлегии книг памяти ЦФО для обмена опытом должно хватить. Каждый день форума – отдельные темы. В финале 7 апреля презентуют проекты победители, подведут итоги и раздадут памятные сертификаты. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».